Всем привет, меня зовут Роман, это канал Роман Плей и Fortnite магазин предметов. Давайте посмотрим, что у нас в нашем магазинчике есть интересненького сегодня. Так, эмоция Сейсоу. Так, ну, эмоция с авторской музыкой, так что музыка замучена. Ну, так, эмоция прикольненькая. Так, поехали дальше. Трасса. Не знаю, почему так назвали. По-английски называется пит-стоп вообще. Но вообще скин прикольный. Есть 4 стиля. Просто разноцветные, как бы, эти костюмы. Довольно-таки неплохо сделано. Вот этот называется на английском не пит-стоп, он как-то там скорость, что-то такая, там, не помню точно уже. Но тоже по-другому. Не знаю, почему у нас в России решили так назвать. Вообще, это очень непонятно. Ну, ладно. Женская вариация, не знаю, как мне симпатизирует больше, да, и как бы она лучше выглядит. Ну, кому-то, может, мужская тоже понравилась. Не всем же женские скины нравятся. Так, ладно, погнали дальше. Кирочка, ну, не знаю. Она как бы не так уж сильно топово выглядит. Ну, да, тут расцветка стили есть на нее. Да, вроде бы. Удар, да, неплохой такой. А вот ручка, не знаю, как-то она очень такая тоненькая, довольно-таки. Как-то несерьезно выглядит, если честно. Так, сирена. Вот киберкотлетки любят бегать теперь вот в этом скине. Как раз таки вчера была добытчица, да, в магазине. Ну вот, добытчица уже менее как бы нравится. Ну там тоже бегают, конечно, кому-то нравится скин. Но вот в этом тоже те начали бегать там. И еще там другие скины. Ну, рюкзачок. Такой ничего, тоже у него есть стиль. Волк. Второй стиль, но это реально как будто привидение у него такой бледный стал. Тоже прикольненький скинчик. Довольно-таки. Вот, допустим, насчет кирок. Сирены, кирки не очень. Какие-то кинжалы на какие-то непонятных металлических хенах. Скотчем тут залеплено. Эти волчьи клыки получше будут. Так, погнали дальше. Что у нас тут? Сафари. Ну, что стиль очень простой. Либо в шляпе, либо без шляпы. Все. На этом больше тут ничего не такое. Здесь единственное, чтобы было бы вот кирка прикольная. Раз у нее там меч такой здесь вставлен, да. Рюкзачок прикольный у нее с этим, с дробовичком. Неплохо так сделано. Но, к сожалению, кирки как бы нету такой, да. Что вот именно вот она отсюда брала, типа. Потому что камнитые скины такие уже есть возможность. Но это довольно-таки круто. Так, тактика. Довольно-таки старенький скинчик. Ну, как бы не такой совсем старый. Первое появление он написан в 9 сезоне. Ну, не знаю, скин такой дефолтный, по идее, ну просто взято перекрашена это одежда и в принципе на этом все. А так, по сути, простой дефолтный скин. Так, янтарь, оберточка довольно-таки прикольно выглядит, довольно-таки классно. В принципе, много кому подойдет, если ее так с собой брать. Такой цвет такой нейтральный, как бы не очень яркий даже. Ну и не очень такой бледный. Эмоция кресло-качалка. Очень похоже на посидим. Только здесь еще есть. Играет. И качается. Всегда есть время на раскачку. Да, чтобы раскачаться и потом пойти. Так, музыка появилась. Парад планет. Эмоция с Battle Pass. Там вот как раз музыка. Ну, что, в принципе, ничего так. В принципе, что, прикольненько. 200 V-баксов, и она ваша. Так, вот музыка за... Ну ладно, зависла и зависла. Так, выработня за 200. Что тут? Ну, так, футболисты, не будем смотреть, мы в чайках разглядывали. Ну, давайте эти эмоции посмотрим. В общем-то и все, и весь магазин футболисты, и тут скинов так понакидали.
Нового только музыка, а так вообще ничего нету. Ну, не знаю, как-то правда в этом сезоне с новыми скинами проблема. Ладненько. На этом магазине все, тут больше смотреть вообще ничего. Поддерживаем тык автора, поддержка, это приятно. Ну а так, спасибо за просмотр, ставим лайки, оставляем комментарии, обязательно подписываемся на канал, не болейте, будьте здоровы, счастливы, все, всем пока-пока.